Так, сегодня у нас распаковка. Товар не из Китая, хотя китайский. Шахматы. Электронные шахматы. Я уже распаковал. Бздеки получал. Распаковал, чтобы посмотреть. Что там у нас находится? Не кирпичный. Так, вот такой мы имеем. Такой набор. Итак, тут плата. Плата нам не нужна. Так. Важная информация. Короче, описание на русском языке. Важная информация, я думаю, сейчас видно. Можете заповедить и прочитать. Смотрим. Установка батареек. Мне просто самое интересное, что она... О, тут разные игры всякие, не только шахматы. И шашки, кузнечик. Так, сейчас посмотрим, что у нас в комплекте. Мне было бы интересно, она работала 8 в 1 игре. Работала без этого, без батареек. Было бы очень здорово. Но мне кажется, нет такого здесь. Так, смотрим, если где-то у меня здесь были. Угу. Так, вот здесь сейчас мы... Так, вот открыл. Здесь у нас инструкция опять. Ну, тут и не русском языке. Та же самая, только маленькое видео, но не русском. И мешочек. Зачем-то. Так, у нас набор фишек, набор черные фигуры и белые фигуры, да, они какие-то серые. Так, достаем. Мне надо, чтобы зайти, чтобы батарейки были бы еще. Тут 4 пальчика батарейки, если не ошибаюсь. Сейчас мы глянем. Опа. Так. Там. Ну, такая она, легенькая. Вот что она себе представляет. Доска. Каждая клеточка обозначена. Здесь компьютерная доска. Большая менюшка. Непонятно, что здесь к чему. Ну, это надо разбираться, конечно. Вот такие нашел у меня более-менее заряженные батарейки. Здесь что имеем за панели? А что мне понравилось? Клавиши reset. Вот. Видно? Можно нажать иголочка и сбросится, если зависло или еще что-то случилось. Так, закрываем. Включилась она сразу, кстати. Выбор языка предлагает. Ладно. Enter. Вот это выбор я не понял, что он выбирает. Выбор цвета фигур, что ли? Так, поехали. Включаем. Здесь мы выбираем игры. Можно шахматы. Тут, кстати, вот выбор игр. Не игр. Ну вот, смотрите. Поставил и фигуры. Тут магнитная основа. Ну и чтобы. И тут, скорее всего, магнитная основа. Чувствительно спалить. Мы включаем. Единственный минус, что не очень удобно здесь мелкое поле. Дальше. Новая игра. Тут выбираем, нажимаем Enter, выбираем игру. Шахматы у нас есть. Шашки. Реверси. Ну, игры детства. Дальше у нас тут 4 в комнате. А 4 в ряд. Лиса и гусь. Кузнечик. Ним. Игра Норд Когата. Ну, короче, вот тут 8 игр. Так, мы выбираем шахматы. Выбираем Интер. Нормальный.
режим. Выбрали. Сейчас. Сейчас мы выберем. Нормальный. Так, сейчас, черными или белыми. Тут можно выбирать. Пускай черными. Так. Рейтинг нам не нужен. Опции. Левел. Выбираем левел. Нажимаем Enter. Выбираем первый. Ну, первый там это самый слабый. Там тут до 30 уровней. Первые 4 для новичков. Сам не на время играется. Ну, судя по инструкции. Инструкция. Сейчас я ее покажу. Вот, смотрите, про уровень игры. Выберем. Пускай первый уровень будет. Нажимаем Enter. Так, я хожу белыми. Смотрите. Поднимаем фигуру. В том случае пешку. Выставил D2. Ставим на D4. Он показывает, чтобы я конем сходил за него. G6. F6. Так, что-то пошло не так. Сейчас еще раз. Он не почувствовал. Мне просто диван тут немножко такой. Вот. Нажал. F6. Все. Теперь я хожу. Ну, я не буду все показывать, я на ускоренном поставлю. Он думает как. Надо же. Что-то он долговато как-то. Думаю. G4. Нажимайся. Так, G4. Не, ну, в принципе, прикольно. На первом уровне он сам поддается еще. Только я понял. Вот. Думает он. Я не помню, сколько на ход дано ему. Так. Пешку он решил сходить. Он тут играет больше в поддавки. Мы съедаем. Его коня. Он еще, когда она мигает, показывает. Крифу. Не знаю, что означает это слово крифу. Крифу. Крифу, это слово означает осторожно. А что осторожно, я так и не понял. Ну, допустим, мы съедаем. Непонятно. Если это съесть. А, он предупреждает, что вот.
Странно. Осторожно. Понял. В этом, если говорит это слово, то компьютер предлагает обучающее сообщение. Вообще скип нажать надо. Сейчас. Вот он, скип. Все. Шах ему. Первый шах, смотрите. Кстати, обучающее сообщение, сколько я понял, здесь обучающая игра тоже неплохая. Но это, скорее всего, позже. Вот он зачем-то кому шах. Посмотрим. Что-то не догоняю. Перепутал. Я ферзя съел у него, короче, вот. Коня с ферзем перепутал, где стоят. Съедает. И пешку хочет съесть. Так, я убегаю. Пишет Цури. Сейчас узнаю, что это. Я тоже отключил режим тренера. Но мы не будем пользоваться режимом тренера. Нажмем опять Escape. Итак. У тебя какой тренер, если он так тупо играет? Ладно. А7, А5. Про самый первый уровень, он специально вот для новичков рассчитан. Не рассчитан на человека, который вообще даже играть умеет. Так полагаю. Сейчас, смотрите. Нам просто будет подсказывать. Не надо нам это. Конем, значит. Ну да, догадался, что я хочу делать. Может, не догадался. А6. Ну, конечно, край доски. Любой нормальный человек не пойдет. А мы вот так. Так, у меня села батарейка. Сейчас я начну новую партию и в конце включу. Ну или что-то будет попадаться новое. Тут, кстати, можно менять. Здесь в меню можно менять даже музыку. Там какие-то стили, там очень-очень большой выбор разных плюшек. Вот. В этой вот. Я на втором уровне играю сейчас. Буду играть. Разных. У меня был третий разряд когда-то, сейчас не знаю. Выиграю ли я его на втором уровне. Первый уровень он так. Он не думает ни о чем. Кстати, он не заметил вилку конем. На Е7 я съедаю пешку, шах и забираю ладью. На втором уровне он тоже не очень. На этом уровне я довольно просто ему поставил мат. Я попробую сыграть на четвертом. Это безвременные. Остальные уже по времени не хочу применять. И скажу, как он играет, нормально. Опять я ему сделал вилку, но он уже оказался умней. Он закрыл. Пешкой. Ну, на этом уровне он играет получше. Я произвел несколько фигур. Даже
я фильтр произвел случайно, он мне мат поставил. Но вот эти первые четыре уровня, это уровни, называется, развлечения. Для начинающих. Ну, первый самый слабый, да ладно. Вот дальше уже будут 15 уровней с лимитом на ход. Уровни с лимитом на партию. Ну, короче, вот. Там уже посильнее. Так что нормально он играет. Сейчас сыграет ребенок. Ну, я уже даже не буду показывать, но то, что это доска рабочая, тут шашки, как говорят, шашки, еще разные игры. Каждый есть описание. Вот такое получилось у меня видео. Так что покупайте, не пожалеете, реально можно играть. Глаза отдыхают. Или в пути, где нет компьютера. Можно вполне так развлекаться от этой игрой. Тут еще очень много всяких функций интересных. Все не описать.